Георг Кантор родился в 1845 году в Санкт-Петербурге. Но в 11-летнем возрасте семья Канторов по причине необходимости более мягкого климата для отца переехала в Висбаден. Георг с детства был музыкально одарен и в 6 лет уже очень хорошо играл на скрипке. Однако другой талант, математический, сделает славу этому человеку. Его теория множеств, вызвавшая при жизни создателя большую волну критики среди ученого мира, ныне одна из основ математики. Несмотря на то, что Кантор в 34 года был уже полным профессором, неприятие его теории не позволило ему получить место профессора в лучшем тогда Берлинском университете, а потому всю свою жизнь он проведет в Гале, в небольшом местном университете. Выдающийся ученый глубоко верил и всегда подчеркивал то, что к теории множеств он пришел не сам, но что она была сообщена ему свыше, самим Господом. Создатель и первый президент Германского математического общества Георг Кантор умрет в 1918 году в возрасте 72 лет.